Субота, 25 травня 2024 року. Таро карта дня, сімка мечів. В руках предателя опасен дар любой. Предатель тот, кто в испытании ниспослан нам судьбой, возбросил и оставил, убежал. Предатель тот, кто вашим недругам покорно потакал. Прощать предателя или нет, решать лишь вам. Кто без греха, тот камень брось. Совет тебе я дам. Ты уповай на провидение высших сил. С тобой есть мастер, твой таролог Любомир.